Дорогие друзья, сейчас октябрь, и обратите внимание, как львы сегодня незаметны на фоне желтой саванны. Вот лежит вожак Чук, вот его заместитель Гек. Обратите внимание, рыжая грива вожака практически сливается с травой. Пойдем сюда, иди сюда. Иди сюда, сливаемся с травой. Да. Ай. Обратите внимание, как львы практически имеют такую же покровительственную окраску. Вау! Не рычать, не драться. Хороший, хороший. Хороший. Природа постаралась сделать львов незаметными, дав им именно такую окраску. Саванна всего бывает месяц, может быть, полтора. В Африке зеленая и цветущая. Да не надо меня пихать, я рассказываю зрителям канала «Человек и лев» о том, какую покровительственную окраску имеют львы и почему это происходит. Ведь это для того, чтобы ты был незаметный и подкрался каким-то там антилопам, козам каким-то бегающим и напал на них, да, в природе. Природа – творец всех творцов. И вот такой саванна бывает абсолютно большую часть года. Поэтому льва трудно определить в такой же желтой траве. Это очень важно для охоты львов, для того, чтобы оставаться незаметными и подкрадываться на кратчайшее расстояние к своим жертвам. Это называется покровительственная окраска в природе. Вот такая окраска у наших львов. И сейчас это можно наглядно видеть с высохшей саванны. Всем привет! Человек-лев Олег Зубков и львы парка Львов-Тайган. Помахай ручкой. Молодец!